язык мой. Да ведь это звуки жаждущего, трепещущего сердца, страданий и печали. Содрогание о зле есть высшая форма нравственности. В этом весь Василий Перов, художник и гражданин. 1882 год. Два десятилетия назад народу даровали долгожданную свободу, что на деле оказалось беззаконием, пустыми словопрениями и террором. По замечанию современников, пошло создаваться новое беспощадное хозяйство. Не было и в помине, чтобы кто-нибудь позаботился о красоте и изяществе. Только барыши и наживы чувствовались повсюду. Жанры портрет хорошо описал Василий Перов, но душа жаждет большего, характеров ярких, событий исключительных. Ведь были на Руси во все времена люди, души не продавшие и голов не склонившие. Пусть во вред себе, пусть даже вопреки здравому смыслу, но сильные духом и тем притягательнее. Последнее десятилетие XVII века. Бездетным умер царь Федор Алексеевич. Кому из малолетних его братьев зайти на русский престол? Петру или Ивану? За каждым своя сила, своя партия. Патриарх Иоаким, как самое почетное лицо после государя, предложил совершить избрание царя согласием всех чинов Московского государства. «Да будет по избранию всех чинов Московского государства великим царем Петр Алексеевич». Казалось, трудно было оспорить законность царствования Петра, избранного волею земли. Нарушение народной воли могло быть совершено только путем бунта. И в Москве нашелся для этого горючий материал – стрельцы. «Пусть молодой царь отдаст корону старшему брату», – требовали они. «Выдайте всех изменников, выдайте Нарышкиных, мы весь их корень истребим». Трудно сказать, в какой степени сама Софья, старшая сестра Петра, заправляла этим делом. Но она без всякого сомнения знала о стремлении ее благожелателей поднять стрельцов. И вот по наущению Хованского, действовавшего ревностно в пользу Софьи, выборные стрельцы принесли царевне челобитную, в которой заявлялось желание, чтобы на престоле царствовали оба брата, и чтобы по молодости обоих государей правление было вручено царевне Софье Алексеевне. Стрелецкий бунт возбудил надежду, что теперь можно добиться и других перемен. Поднялись раскольники,
пораженные проклятием собора и преследуемые мирской властью. Стрельцы одного из полков, среди которых было много раскольников, положили составить челобитную государем против патриарха и требовать восстановления старой веры. И если дело дойдет до спора, писали они, то в дело вступит Никита Пустосвят, который хотя поневоле и покорился собору, но теперь крепко стоит за правую веру. Пришли в царские палаты, и чего требуете от нас? Спросил патриарх. Пришли царям-государям побить челом, чтобы служба Божья была по старым служебникам. Это не ваше дело. Простолюдинам не подобает судить архиереев. Вам должно повиноваться матери своей церкви. У нас книги исправлены с греческих по грамматике. Мы не о грамматике пришли с тобою говорить, отвечал Никита, а о церковных догматах. Зачем на литургии вы берете крест в левую руку, а тройную свечу в правую? Разве огонь честнее креста? Тут начал было ему объяснять холмогорский архиепископ Афанасий. Никита отмахнулся от него. «Что ты нога выше головы ставишься? Я не с тобою говорю, а со святейшим патриархом!» Софья вскричала. «Что это такое? Он при нас архиерея бьет! Помнишь ли, Никита, как блаженной памяти отцу нашему и святейшему патриарху и всему освященному собору ты принес повинную. Ныне опять за то же дело принялся». Софья приказала думному дьяку читать раскольничью челобитную. Как дочитали до того места, где сказано было, что чернец Арсений вместе с патриархом Никоном поколебали душу царя Алексея Михайловича, Софья вскочила со своего места. «Если Никон и Арсений были еретики, так и отец и брат наш были еретики. Значит, цари не цари, архиереи не архиереи? Мы такой хулы не хотим слышать». Раскольникам объявили, чтобы они расходились, и что им будет указ позже. Софья позвала к себе выборных стрельцов, обласкала их, приказала напоить медом и вином. «Не променяйте нас и все российское государство, — говорила им Софья, — на каких-нибудь шестерых чернецов». «Мы, государыня, — отвечали ей стрельцы, — не стоим за старую веру. Это дело патриарха и всего освященного собора. По приказанию царевны Никита Пустосвят был казнен, а его товарищи отправлены в ссылку. В 1682 году, после казни Пустосвята, разослана была грамота, в которой велено было хватать всех, кто не ходил в церковь, не исповедовался, не пускал к себе священников в дом. Таких приказано было подвергать пытке. Покаявшихся отправляли на исправление к духовному начальству, а непокорных велено было сжигать живьем. Прошли столетия, но и во времена Перова жил раскол. Как и прежде, простые люди создавали свое Евангелие бедных, наивно веря, что солнце равно сияет всем,
чтобы люди друг друга любили, яко во едином дому, совместно и единодушно. В годы работы над картиной «Спор о вере» силы художника были уже подорваны. Он заболел и вскоре умер. Грандиозное полотно осталось незавершенным. Павел Михайлович Третьяков приобрел картину для своей галереи. Там и увидел ее Василий Суриков и воздал ей должное, как факту проникновения в самую задушевную суть исторического момента, где что ни тип, то характер. И потому произведение Перова, писал он, жизненное, правдивое и незабвенное.